Больше за 100 спортсменов у тренеров из Витебской области стали удельниками мастер-класса от знакомитого дзюдоиста из Японии. Неодноразовые пераможцы першинства краины у заходящего солнца и чемпиона Азии сярод юниоров Наката Наоки на протягу 5 годин давал уроки спортивной борьбы у Витебском центре Олимпийского резерва по единоборствах. На тренировке побывал Артур Смоляков. Дзюдо для Японии, как футбол для Бразилии, сапраўдный бренд. Там уроки от мясцовага сенсея особливо каштоўныя. Наката Наоки у гэтым виде спорту 31 год. На радзіме шмат разоў здымаўся на п'едэсталы. Зараз тренируя моладзь и выкладая у Сендайскім университете. Большинство присутствующих зараз думают, что сегодня они доведуются про некий специфичный прием. Але мета у меня иншая – рассказать про сутность дзюдо. Это не просто спорт, это одиноборство, у яким вельми важные поводины и манеры. Мы повинны поводить себе ветливо и прыгожа на татами. Повинны быть узором для детей, якія только починают спостигать мастерство дзюдо. Менавіта про это я и планую рассказать белорусским специалистам. Гэтай сустрэчы ў Віцебску чакалі ўсе аматары баявых мастацтваў. На майстар-клас ад японскага гуру прыехаў нават лепшы суддзя Еўропы 2016-га Артур фан Доз Наваполацка. У наступным годзе ён будзе абслугоўваць паядынкі дзюдаістаў на алімпіядзе ў Токіа. Там урокі ад прадстаўніка краіны заканадаўцы мод у адзінаборствах вельмі дарэчы. Пачерпнуць што-то полезнае всегда можна, тем более ад такого спортсмена, и насколько я с ним успел познакомиться и пообщаться, очень хороший человек, который открыт в своих мыслях и действиях и готов нам помочь. В Республике Беларусь Витебская область занимает лидирующую позицию в плане тренерских кадров и также спортсменов. На данный момент списочный состав национальной команды по всем возрастам входит больше спортсменов из Витебской области, чем из всех остальных областей. Тое, что сёння Витебская область лидер у беларускім дзюдо, подтверждает и колькасць спортсменов. Усяго гэтым адзінаборствам у нашем регионе займаются больше за 1000 человек. Нягледзячы на поспехи, бронзовый призер открытого континентального кубка и молодевого чемпионата Европы по дзюдо Дарья Концавая лічыць, что майстер-классы от опытных тренеров важные на любым этапе карьеры. Мне, как опытному спортсмену, будет интересно посмотреть этот мастер-класс, взять что-то новое для себя, либо повторить. Также будет интересно тренерам, потому что они возьмут что-то новое для себя, либо тоже повторят, и уже в дальнейшем будут это принимать при учении детей. На татами с витебскими тренерами и спортсменами Наката Наоки провел 5 годин и отзначил, что спарринги, тирандоры и отговоры дзюдоисты – первый крок у супрацовництве с нашим регионом. Коли в опыт японского специалиста будет запотрабованный, майстер-классы организуют и у райцентрах Витебской области. Артур Смоляков, Александр Рындин, Новини Витебск.